С понедельника, 17 июня, в Казахстане начнут поэтапно ослаблять карантин. Такое решение сегодня приняли на заседании межведомственной комиссии под председательством премьер-министра Аскара Мамина. Таким образом, предприятия, которые были закрыты целых полтора месяца, возобновят работу. Зарина Беремкул расскажет подробнее. Зарина, до начала осени остаются всего 2 недели. Смогут ли казахстанцы купить теплую одежду и обувь? Откроются ли ТРЦ? Добрый вечер. Аскар, судя по всему, да, ТРЦ, торговые дома и сети, крытые рынки вновь смогут принимать посетителей, но при заполняемости не более 30%. Также граждане смогут привести в порядок внешний вид. Заработают салоны красоты, парикмахерские, спа-центры с условием по предварительной записи и 1 клиента на 4 квадратных метра. Возобновляют деятельность фитнес-центры, сауны и бани без бассейнов, аттракционы в парках, образовательные центры для малышей и дежурные группы до 15 человек в детских садах. А вот под запретом останутся все зрелищные, спортивные, семейные и памятные массовые мероприятия, в том числе и на дому. Не откроют закрытые бары, ночные игровые клубы, караоке, фудкорты. Будут простаивать пустыми кинотеатры, объекты культуры, музеи, выставки. Казахстанцам не разрешили посещать бассейны, городские и общественные пляжи, открытые аквапарки и религиозные объекты. Под запретом также передвижение пригородных пассажирских поездов, формирование общих вагонов, за исключением рабочих поездов, междугородние автобусы. Казахстанцы по-прежнему должны носить маски во всех общественных местах, в том числе и на улице. Соблюдать социальную дистанцию. Все объекты, которым разрешили открыться, проверят на соблюдение санорм. Только после этого они смогут возобновить работу. Зарина, а как же выходные? Все эти объекты будут открыты? Межведомственной комиссии решили, что выходные запрет, действующий сейчас, останется в силе. То есть все те объекты, которые откроются, смогут работать только в будние дни. А это значит, что гражданам опять придется отпрашиваться с работы, чтобы купить осеннюю одежду или сводить ребенка на аттракционы. Аскар. Спасибо, Зарина.